11 октября во второй половине дня президент Монголии, прибывший для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций. Основа мира и развития», вместе с делегацией посетил Государственный музей Государственного культурного центра Туркменистана. Это событие стало важной частью программы форума, позволяя участникам глубже ознакомиться с богатой историей и культурой страны. В музее были представлены впечатляющие экспонаты, отражающие многовековую историю Туркменистана и его уникальную национальную культуру. Делегаты с интересом рассматривали коллекции старинных туркменских ковров, известных своей великолепной техникой и яркими узорами. Президент Монголии также посетил конный комплекс, где вместе с делегацией ознакомился с редкими халтикинскими скакунами. Этот древний и благородный вид, известный своей красотой и выносливостью, привлек внимание гостей.